Праздник – отправная точка во взрослую жизнь. Кто-то переходит на новый этап со слезами на глазах, а кто-то с нетерпением ждал этого дня. У ставропольских 11-классников состоялись выпускные вечера. Выпускной – самый долгожданный праздник для каждого школьника. День, когда все заслуги и старания отмечают особыми наградами – аттестатами. Есть веселые моменты, есть грустные. Рад то, что закончил образование. Жалко, что с одноклассником придется разъехаться в разные города, кто куда. С окончанием школы выпускников поздравила депутат Госдумы от Ставропольского края Ольга Тимофеева. В прошлом также ученица лицея номер 23. До сих пор сохраняет теплые отношения с учителями и директором. И знаете, им говорят, вот они наше будущее, у них там сейчас. Они сейчас тоже очень много играют. Они очень умные, талантливые, яркие люди. Будущее может пугать, но главное на жизненном пути оставаться человеком. Такое наставление выпускникам дал депутат Ставропольской городской думы Александр Куриленко. Порядочным, честным, побольше стремиться к счастью. Вот это самое главное. Материальные блага, они важны, но это второстепенная вещь все-таки. Побольше беспокоиться о своих близких, родителях. Люди, это важно. Я не тот человек, который говорит, а вот в наше время... Нет, такого нет. Я считаю, что ребята многие воспитанные, энергичные. Годы обучения промчались незаметно. Выпускникам еще сложно осознать, что такой длинный этап подошел к концу. Есть такое предвкушение чего-то нового, новых людей в окружении, новых знакомств. И поэтому нет, не сильно страшно. Полностью согласна. Страха никакого нет, тем более всегда рядом близкие. В этом году аттестаты о среднем образовании получили около 10 тысяч выпускников. Многие не планируют останавливаться и уже в сентябре переступят пороги институтов. Полина Зуб, Арсений Саркисов, АТВ «Ставрополь».